Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 200 токенов от проекта CoinBundle. Это будет криптобиржа, а также поддерживать будет обмен криптовалюты на фиат через мобильное приложение. И упростит процедуру обмена криптовалюты на фиатные деньги. То есть проект очень перспективный, я считаю. Значит, 200 токенов – это в эквиваленте 12 долларов. Но за каждого реферала, то есть с кем вы поделитесь реферальной ссылкой, дополнительно еще будет вам выделено 100 токенов, то есть 6 долларов от этого проекта. Кто участвовал в этом проекте в конце марта, в марте месяце был, первый этап этого проекта, сейчас это уже вторая часть, тот уже зарегистрирован на этом сайте, и поэтому у него будет возможность только выполнить airdrop, который мы сейчас пройдем, и получить только 100 токенов. Но также за каждого реферала вы получите еще 100 токенов. Итак, кто не участвовал в проекте, проходим по ссылочке, которая расположена снизу моего видео, после слова «регистрация» и попадаем вот на такую страничку. Так, еще перед этим прошу заметить, я участвовал в марте месяце, поэтому у меня вот здесь вот так же, как и у вас, потом будет в правом углу в нижнем есть, соответственно, моя реферальная ссылочка. Вот у меня уже 16 рефералов с марта месяца. За каждого из них я получил по 100 токенов, также можете сделать и вы, но это как бы отступление. И сейчас проводится airdrop, в котором мы получим еще 100 токенов, и те, кто участвовал, и те, кто не участвовал. Итак, еще раз проходим по ссылочке снизу моего видео, где написано слово «регистрация», и попадаем с вами вот на такую страничку. У тех, кто уже участвовал, будет их реферальная ссылка. А кто не участвовал, нужно будет заполнить адрес электронной почты, имя, фамилию и нажать «Подтвердить». У меня здесь этого окошечка нет, так как я уже участвую. И, соответственно, у вас сразу же появится реферальная ссылка, и вы получите 100 токенов.
И дальше мы будем проходить airdrop. И те, кто участвовал в марте месяце, и кто не участвовал. Также у меня в плейлисте, который высветится в конце моего видео, где более 40 проектов, вы можете найти старый проект марта месяца и посмотреть описание этой площадки, соответственно, если кому-то будет интересно. Итак, значит, те, кто не участвовал, уже получили 100 токенов и также получили свою реферальную ссылочку. Здесь вот у вас уже будет 100 токенов, но рефералов не будет. Те, кто участвовал, какое-то количество рефералов, наверное, также будет, как и у меня. Ну и, соответственно, такая же ссылочка. И те, и другие. Далее, что делаем? Проходим airdrop. Нажимаем на airdrop. Удобно будет сделать через соцсеть Medium. Кто не зарегистрирован, зарегистрируйтесь. Она необходима для прохождения некоторых airdrop'ов. Далее. Нам нужно выполнить ряд заданий. В Твиттере мы получим 50 токенов. И в Фейсбуке мы также получим 50 токенов. Давайте начнем. Вот Facebook 50 токенов. Давайте начнем с Твиттера. Проходим. Просто нужно присоединиться к Твиттеру. Так как я уже участвовал, я уже присоединен. Вам просто нужно будет нажать «Читаю». И все, соответственно. Далее. Выполняем второе задание. Переходим. Нам нужно будет ретвит сделать вот этого, соответственно, твита ихнего, основного. Значит, что мы делаем? Делаем лайк и нажимаем вот сюда вот. Ретвитнуть. Я это уже сделал. Ретвитнул. Далее. Все. Второй пункт сделан. Идем к третьему. Еще один пост у них прикрепленный есть. То же самое. Лайк. Ретвит. Вот на это вот зеленый. У меня зеленый, так как я уже это сделал. Видите, у меня написано «Отменить ретвит». Я не буду его отменить. Вы нажмете, соответственно, и у вас ретвитнется ваш твиттер. Этот твит этого проекта. Все. Сделали. Далее. К Фейсбуку переходим. Нужно поставить лайк и, соответственно, проследовать в Фейсбук. Открываем. Попадаем к ним в проект. И вот здесь вот просто нажимаем «Нравится». И вы автоматически будете подписаны. То есть первая часть задания будет выполнена. Вы можете вот здесь вот «Нравится» еще нажать. Далее. Второй пункт. Нажимаем на вторую ссылочку по Фейсбуку. И этот пост нам нужно будет сделать этого поста прикрепленного. Вот видите, иголочка. Сделать репост. Что сделать? Поставить «Нравится», нажать на «Поделиться» и нажать вот сюда «Поделиться» прямо сейчас. Нажали, все, репостнули, сделали репост. Далее. То же самое третье. Нажимаем и также делаем репост вот этого поста. «Нравится» нажимаем, «Поделиться» нажимаем. Поделиться сейчас. Готово. Все задания выполнены. Все задания выполнены. И теперь нам остается заполнить вот эту формочку. Открываем и заполняем. Так, чтобы не забыть, еще в Telegram нужно вступить. Значит, вот сюда вот. Don't forget. Не забудьте в Telegram. Вот здесь вот нажимаете Telegram. Вступаете. Я уже, соответственно, в эту группу вступил. Вы нажмите здесь «Присоединиться». И все. Так, сюда электронную почту вводите. Сюда ссылочку на свой твиттер. Профайл своего твиттера. Соответственно, в строке «Браузер» копируете, вставляете. Здесь то же самое. Ссылочку на Facebook на свой. И вот здесь вот делаете ссылочку на тот пост, который вы опубликовали в Facebook. И первый, и второй. Как это сделать? Вам нужно будет пройти в свой Facebook. Ну, соответственно, на свою главную страничку, где опубликованы вот эти два поста. Вот видите, первый и второй, то, что мы сделали.
теперь здесь, чтобы поделиться, чтобы его ссылочку на него скопировать, мы нажимаем на время. Вот видите, 23 мая в 3:06. Правой мышкой нажимаем скопировать ссылочку. То есть вот первый пост, ссылочку на него мы скопировали. То же самое сделайте со вторым. Так, вот сюда. Значит, сюда вставляете ссылочку, которую мы только что скопировали. Также переходите обратно в Facebook. Также делаете со вторым постом. И сюда тоже ссылочку. Сюда кошелечек ERS-20 Ethereum MyEther Wallet желательно. Сюда вставляете его. У кого нету, то под видео есть ссылочка. Пройдете, посмотрите 5-минутное видео, заведете его, откроете кошелечек. Там все просто. Начнете им пользоваться. Все. И нажимаете на отправить. Все 100 монеток мы получили. Значит, у вас высветится здесь поздравление, то, что прошли этот airdrop, и монетки будут зачислены. И на этом заканчиваю. Вот здесь вот справа у меня, видите, плейлист. Там 40 с лишним видео о проектах. Можете поучаствовать в них также, открыть этот плейлист. Ну, а также чуть пониже подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.